Студенты вузов стран Центральной Азии, а также учащиеся алматинских высших учебных заведений на один день примерили на себя роль дипломатов и предлагали свое видение решения глобальных мировых проблем. Сегодня в Казахском национальном университете вместе с представителями ООН они провели специальное заседание. Обсуждали изменение климата, переход к зеленой экономике и безопасность. В ходе масштабной конференции, которая собрала около 300 участников, у студентов была также возможность пообщаться с консулом США в Казахстане и представителями фонда ЮНЕСКО. Студенты хорошо подготовлены, что нашли себе самые такие интересные моменты, которые обсуждает сам Совет Безопасности в штаб-квартире Нью-Йорка. И они их будут активно отражать здесь. И, может быть, нам предложат новые, я бы сказал, идеи, решения. Может быть, они покажут и как-то делегатам в Нью-Йорке, что у молодежи, именно у студентов, есть свое интересное мышление.